Друзья, всем привет! Маленькая напоминалочка, снова мебель, установка петель. Вот смотрите, видите, я тут уже некоторые прикрепил, вон они, да? Вот это вот оставил для примера. Посадочные отверстия, вот они, вот эти вот. Производитель обычно делает разметку под вот эти вот маленькие саморезики. Иногда не бывает, но ничего страшного. Чтобы ровно их установить, значит, вкладываем сюда, в эти посадочные отверстия вкладываем петли и второй дверью, да, выравниваем по периметру, ну, то есть, чтобы ровненько они стояли, подпираете вот так вот, да, вот дверь на дверь кладете, сюда вложив, уперев вот это вот все дело сюда в петли, в боковину петель торцом дверей, и все, у вас ровненько петельки стоят. Ну вот это я прищепками прижал, чтобы она не ерзала, дверь, которая сверху, она скользкая, вот, и нижняя дверь тоже скользкая. Ну и соответственно, вот я тут уже повкручивал саморезы, ну и вот вот так вот вкручивается и спокойно саморез. Ну и соответственно, вот они все установлены. Маленький пример, маленькая подсказка для тех, кто не догадывается, как ровненько их установить. Ну и соответственно, потом меняется также. Уже вот эта вот дверь с установленными перекладывается сверху, также поджимаются вот такие вот петли. Дурацкие, кстати, петли, кто их придумал, что за инженер. Это вообще ужас просто. Ну вот они вот сюда вот вкладываются, вот видите. И вот чтобы они в перекос не ходили, не гуляли, да, просто подпираете другой доской. Ну можно не дверь дверью, а планочкой какой-нибудь под меня прижать и все. Можно и без этого, когда разметка есть, вот смотрите, можно сразу. Но оно уведет у вас. Вот такой небольшой примерчик по установке петель. Потом вот с этими вот проушинами уже непосредственно вешается в шкаф, ну, прикручивается. Некоторые отдельно снимают вот эти проушины, прикручивают их отдельно, а потом надевают уже непосредственно. Так что запоминайте, кто самостоятельно мебель решил собирать, вот есть вот такие маленькие нюансики, маленькие секретики. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Всем пока.